меня мог. Сразу вообще. Леонтьев это бот, фух. А, Леонтьев АФК? Тогда нет. А что, хорошо там играет? Валерий уехал на гастроли. Ну, короче, Мишу я не слышу в скайпе. Мы все умерли. Он выключил БС звук просто. Леонтьев пошел. А при чем тут БС, если мы в... как бы... непосредственно должны быть в игре. Ну и в скайпе. Еще у меня игра зависает. Раз, два, три. Короче, это самый худший стрим, который когда-либо был в нашем исполнении. Да, это... согласен. Да, у нас было и похуже. Вспомни черепашек-ниндзя и улыбнись. Так, вроде бы сейчас... Там хотя бы проблем со звуком не было. Сейчас лучше уже. Да, там были проблемы совсем остальные. Вы меня слышите, да, наверное, тоже? Жесть, блин. Интересно, меня вообще ребята слышат на стриме? Класс. Миша, ты сейчас что-то сказал? Да. А ты... Да, да, да. Майкер, перезвони нам в скайп. Да, да, да. Все. Себя потише говорят. Вот так. Раз, два, три. Сейчас звоним товарищам. Оказывается, все-таки каким-то макаром это микрофон колонки ловил. Хотя странно, что он до этого ни на одной трансляции так не ловил. Я звук из игры, это я альтабнусь, и все будет ок, это не проблема. Сейчас главное... Без ответа групповой звонок. Еще раз. Так. Алло. Алло. Придем. Да. Хорошо. Разве что у меня опять супер-мега громкие вы все, но... И что? Понимаю, это все. Я тоже громко. Меньше. Короче, давайте уроним сайт скайпа. Ну как бы, насколько сейчас будет? Или что так? Миша. Ой, блин, а как, а че он сам-то крутит-то все, капец. Я ничего не трогал, он просто взял я и выкрутил. Я не могу в игру альтабнуться после того, как я ее запустил. На, стрим еще не начался, а у нас уже тепло. Так, себя потише сделать. Я сделал потише. Я просто он, видимо, после альтаба в игру как-то еще... Короче. Так, ну вроде нормально сейчас должно быть. Нормально, да, ведь, ребят? Пацаны, меня убивают! Объясните их назад. Понятно, я... Я подниму тебя. Так, а как аптечку юзать? Ага. Понятно. Аптечка А4 и левая. Да. Какие там кого-то насилуют, да? Теперь пацанов говорят тихо. Да это я поправлю. Играть будут пацаны или нет? Или что? Будем играть, я естественно. Я пытаюсь настроиться. Я а сделал погромче еще. Макер, у тебя все? Нет? Да потому что я жаке, буду жаке. Попасть обратно. После того, как она... После того, как альтабу, если в игру обратно, у меня не заходит. Вот такая тема. Поэтому сейчас, пацаны, погодите, я немножечко... Ну видите, мы готовы. Мы готовы. Все нормально. Да-да, этот сюрприз мы готовили месяц, ребят. Я, пожалуй, игру в окне просто сделаем. Спасибочки. Я почти мертв. Сзади волна, ребят. Я предлагаю ГГВП и РИА. Ну, Рен, да тогда, когда БСП будет готов, все остальные готовы уже. Хардкор? Конечно. По-моему, с нашим уровнем подготовки даже уровень для новичков превращается. Давайте, короче, с моста спрыгнем и начнем заново, когда все настроится. Угу. БСП, угу. Скажи, когда будешь готов. Мы я уже в игре. Все, я прыгну. Давай. С моста, погнали. Мне правда плохо, друзья. Все так и дальше пойдет. Я на Майкера прыгну, Майкер, на тебя прыгну. Давай, давай, давай. Петербург. Ига. Все, нормально. Ну, я ура. Начинаю запись. Давай. Все, поехали. Мы чуть-чуть опоздали, чуть-чуть буквально по техническим причинам. Там, ну, буквально полчасика. Сейчас вместе с Бонивуром, БСП и Пухом. И Пух. Ту-ту-ту. Поиграем вот, в Left 4 Dead. Соответственно, мне через полчаса уходить, поэтому не слышу какой-то. Куда кто не взял аптечку? Ух, ух. Аптечка. Все, поехали.
Какая у нас тактика? У нас когда-то была тактика. Держимся вместе, я прикрываю сзади. Вспоминаем, кстати, как это было. Friendly Fire включен, я напоминаю, поэтому... Мне кто-то уже наваливает. А я не знаю, как стрелять. Friendly Fire же, ёлок, я не буду стрелять. Я один раз стрельнул, Леонтин. Я помню эти эпичные выстрелы в спину с дробовика. Ой, когда Миша сказал, я прикрою их, как бы, или дает аптечку. Двигаемся, двигаемся, половина хп мы 100 метров не прошли. Прям на дискотеке у меня в школе. Я не могу идти уже. Сзади. Ай, да кто? Справа. Давайте быстро. Весело, очень-очень. А как мы спред впускали здесь вообще? А, вот здесь вот. Дальних не агритесь за зря. А, и на этом, да. Я понял, вижу куда. Забираемся. Не одним мы забираемся. Ай! Кто? Осторожно! Ух, не стреляй по своим. Окей. Мне надо хильнуться, пацаны! Пацаны! Ну ее по РСТ. Спускай. По мне стрелял опять. Там бежит зомби, что делать? ГГ. Давай, спасибо. Вонич, тебе нужно хильнуться. Плевальщица. Где? Слева, слева, слева волна и плевальщица. Плевальщица. Много народу. А, отлично. Вот это у меня нормально так. Вот. Жакей, Жакей, Жакей! Толстяк! Капец! Мы все умрем! Спасу всех, пацаны. Сейчас я перезаряжусь и спасу всех. На помощь! Надо было биту брать. У меня есть аптечка. Аптечки не юзаем, пока серого экрана нет, помним. А, понял. Все нормально, БСП всех спас. Погнали. Хорош. Пушки, конечно, хреновые. Ну, это первая локация. Вы идете, парк? Да-да-да, Пух, мы за тобой прям. Слева есть. Молотов. О! Пистолики. Тут бомба, по-моему. А, адреналин. Наверх. Взял адреналин. Я не понимаю, хрень, что происходит. Слева бы проверить закутки. Тут... Зеленку взял. Входим не зигзагами. Да, лучше не стрейфоваться, потому что пацаны Драйм не поймут. Один путь и идем по нему. Чарджер! Громила, громила. Я не буду стрелять по ним. Там еще этот. Кто-то. Том. Кто-то там. Диз-жакей там еще. Так, я серый, аптечку взял. Жакей, жакей, жакей. Да не добежит он. Чё-то он дрезвый какой-то. Да ё-моё! Бежал так долго. И добежал. Ребят, можно чуть-чуть постоять, пожалуйста? Чуть-чуть. Ребят, здесь бомба за углом. Я взял. Отлично. Все хорошо. Так, у нас есть адреналин, у нас есть бомба, бонич. Зелёнка есть. У нас есть. Толстяк там дальше. Молодцы. Нормально. Мы. Да, интересно, обмотав скотчем ногу, он действительно лечит себя от укуса зомби или... Аккуратно, бомбу. Зачем бомбу? Да, не самый сложный момент. А мы бы всех... ну ладно. Видели? Вот это было классно, мне понравилось. Красавчик. О, у меня звук настроился нормально. Просто на зомби похож в темноте. Волна сверху! Забегайте за кусок. Право. Нет, не сверху. Ну, все, у меня паника, ребят. Адреналин! Понятно. Сейчас все будет. Зомби адреналин завязал. Для того, чтобы жрать меня, он меня просто грызет, он меня пинает ногами. Да явно зомби вырос. Не забываем правую кнопку мышки нажимать. Да, она спасает. Кажется, там кто-то за мной, из... За мной, за мной! Не, там обычный этот зомби. Аккуратно, дверь. Здесь ништяки есть, ребят, заходим. Где? Баллоны, пушки. Магнум. О, я биту взял. Дефибриллятор кто-нибудь возьмите, у кого, да, хп хорошее. Нахрена мне дефибриллятор? У меня есть дефибриллятор. Дефибриллятор. Ну хотя ладно. Чарджер где-то. Вон, снизу. Сейчас будет забираться. Так, не хочется по своим стрелять. У меня один хп, поэтому как бы это... Давайте... Проверим, что... О, Молотова. Ребят, тут Молотова, я зеленка, поэтому не... Молотова обязательно возьмите. Вон я. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот. У меня патрон закончились, беру биту. Я с... в общем, ладно.
Нам даже все, что сможем унести, говорит Макс. Здесь много всего. Здесь еще зеленка, пацаны, еще пацаны, там бомба. Там хантер где-то, аккуратно. Сверху, сверху толстяк. Адреналин, молоко взял. В кофе. Я бегу. А, вон хантер наверху же, там же толстяк. Он ушел. Вы все, не, все не, взяли? Там бомбы всякие. Нет, вон он, да? Выходит, 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 выходит. Вроде так, у меня все. Бомба есть, у меня бомба. Погнали, ну, наверх, наверх, вот сюда. Наверх? Вот сюда. Видите, где я? За мной, парни. Да-да-да, я ковыляю туда. Майкер. Ковыляй потихонечку. Майкер. Да, я здесь иду, вон. Ждем тебя. Там плевальщица. Там плюнул. Не, не надо пока помогать, хотя ладно. Не происходит? Еще плевальщица. Блин, подстрахуйте, помогаю, помогаю. Ой. Что мне нужна снова? Аптечка, потому что я глух практически. У меня серые экраны. Вижу впереди дом, она говорит. Идем, 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 давайте, не сбавляем темп. Давайте, у меня бомба есть, ребят. Да ладно, а что за изи-то вообще? Ребята, это точно хардкор? Да-да-да. Кого оставили? А что за изи игра вообще? Это четвертый уровень сложности вообще был? Я... Громкость, говорят, прыгает. Ну, тут вообще какая-то магия в совокупности с Steam, Skype. Microsoft передает всем привет. Что-то не то. Парни, я рад с вами играть. Вы можете нажать тап и убедиться, что это эксперт. А почему я не подхиленный? Что происходит? Я вижу аптечку. Я не буду. У кого не серый, желательно аптечку. Я хотел что-то сказать, но меня перебили. Если коротко, то взаимно. Оружие Г. Пока да. Кто открыл дверь? Я. Ну там их двое всего оставалось. О, у меня катан. Я открыл. Да откройте, парни. Я дай можешь через дверь бить. Бахтан, крэш их намертво. Дайте я выйду. Все, погнали. Выходим. Так, давайте вот сейчас по друг другу не попасть, главное. Да, это самая большая задача. Я направо свернул куда-то, непонятно зачем, но похоже нам сюда. Мы с тобой все идем тогда. Какая же это веселая группа, я и забыл. Ух ты, один. Ой-ой-ой, да, ребята, да, тут я... много всего интересного. Вон, снизу можно пострелять. Я ваш зад прикрываю. Отличные новости, я сейчас. Сзади. Волна справа. Сзади волна, правда, что? Я упал. Волна. А, это пух там еще стоит. Аккуратно, да, по пуху. Блин, сейчас я... А, да, вот пух очень неудачно затесался. Получил разок. Чарджер где? Пал. А, Чарджер... А, тащит, тащит, тащит. Мы не сможем туда вернуться. Скорее всего. Как это не сможем? Ну, ребят, давайте-ка сейчас. Ну, не допрыгну до тебя просто. Ой, извини, ой. Реально, путь в этом костюме похож на зомби. Оружие внизу хорошее. Кинули БСП, в общем. Куча стволов здесь. О, ну наконец-то. Зомби, девочки. Нафиг никому не нужно. Зеленка, вонючка там. Living Dead Girl. Так, сейчас задача добраться до точки, где будет БСП. Есть у кого-нибудь аптечка? А, ну ладно. Есть. Я еще умирать буду очень долго, поэтому... Ты прикольно лежишь, смотри. Уважаемые зрители, обратите внимание, как лежит БСП внизу. Да, всегда хорошо выглядит. В любой ситуации. Ой, это... Блин, там эта дурость лежит. Кто? Да не надо уходить, нет, ты не убьешь. А, ну мы не пройдем мимо. Предлагаю ДПшить. Раз, два, шифт идем. Последний раз, слова. Два, три. А, я успел еще забрать. Перед смертью. Вообще за ДПС или по полной. Мишки Рдобойнича сначала вырубил. Аптечка вывалилась. Отдался. Аптечка, да, должна была вывалиться, ребят. Юзайте. Из кого вывалится аптечка?
Нет аптечки никакой. А, вон, все. А, вон она, да. И ведьма подобрала. Там еще и бомба. Зеленка внизу, да. А зеленка что делать, я забыл? Отвлекает. Да, привлекает внимание. Давайте. Никто не думал, что эти ребята останутся в живых, но они еще ни разу не умерли. По своей вине, по крайней мере. Ну что, бомба, построим тут маленький. Бомбу рано, ребят. Оставьте бомбу. Вьетконг, ребята! Капец, понеслась. Ну, хотя там их много, да. Ребят, праздник, дискотека, ну. Прям как у меня... Направо, Пэнч, направо. В классе. Держитесь вместе. Серый экран. Довольно быстро. Вот так вот, да. Ой, сейчас же будет интересный момент. Пух явно мстит мне за наше АТ по Варкрафту. Извини, чувак. Это чё? Там волна, по-моему, сейчас. О, всё, отлично. Да, сейчас будет как раз... They are coming. Пух, осталось просто продержаться. Да, а где они? Вот там, Жакей. Жакей. Рано. Придержи. Да Жакея придержи. Увидишь Жакея, кидаю ему в жбан. Да куда ты, что ты, капец? Его Майк, сожжет Жакей. Последние слова пуха. Да, хорошо, хоть не свалился. Смотри, направо. Прыгай. Нет, не туда! Мост же надо. Наверх. Нет, туда, наверх. Можно идти, говорят Пуху. Пух, беги, там Жакей, там много зомби, они все тебя видят, беги! Беги! Слева много, прямо по курсу Жакей, Хантер, назад! Отбил, хорош, не сбавляй темп, быстрее, давай, работай! Там толстяк где-то впереди, будь готов, один точный выстрел сделать. Нет! Блин! Мы тебе помогали, мы делали все. Это как убегать от поезда по прямой. Пух просто стоял и смотрел, как на него бежит Громила. Я был в туннеле, чувак. Это как от поезда в туннеле, да. У тебя нет шансов, у тебя не было шансов изначально, да. В метро от поезда не убежишь. Ну да. Так, ну... Тебе нужно полечиться. Тебе нужно полечиться, это какое-то, по-моему, оскорбление, да? Ну в этой игре, да. Дефибриллятор кто-нибудь возьмет? Я возьму дефибриллятор. Кстати, могли его заюзать, меня спасли. Дефибриллируй полностью. Что это такое? Что я с каким-то вантусом бегаю? Ну ладно. Вантичка, что в Rocket League, что и здесь, ты одно и то же. Угу. Все, поехали. Фу. Да, давайте погнали. До того места, где пушки, просто двигаемся хорошо, так прям. Давай. Хорошо так прям, как хорошо назад, прям так да? Вот. Да? Ну не так, как сейчас мы начали. Я не буду выходить отсюда. Блин, да что ж то вас так много-то? Погнали. Гоним. Я зачистил. Ребята, я не могу гнать. Парни. Понятно. Нормально, 10% хп осталось. Просто 3 раза пару уже дала. Блин, ни одна девушка не причиняла мне столько ущерба. За тут зато чисто, поэтому. Давайте. А я застрял в дедушке. Что ты сделал, прости? В дедушке застрял. Такое бывает. А, там лестница есть. Угу. А и тут как раз толковые пушки. Ой, только не этим. Блин. А я тут это наперю немножечко. А кто и когда? И... Сзади зомби один. Они оббегают. Разряжаюсь. Работаем. Не бойся. Сверху. Ой, волна. Туннель, скорее. Туннель, да, заходим в туннель. Трое сзади, я спереди. А, ну хотя нет. Блин, уже одного. И меня тоже. Капец, я как так-то? Я просто не успел гранату бросить. Управление очень сложное. Да? Мне надо отстрелиться. Помогите! Так, да ладно! 10, 9, 8, 7, 2, 3. Я вообще ни черта не вижу, сори, пацаны. СП, ну... Сзади бежит на тебя, волна. Пуха отстреливай пока. Ну, в смысле, тех, кто над пухом. Есть. У него минус. СП, лечи.
48. Пуха! Спасаем Пуха! 10. Я добил тебя, чтобы ты не несусь. У меня дефибриллятор есть, не переживай. Отлично. Отлично. Спасибо, чё. Я, кажется, действительно... О, тут что-то валяется. Кастрюля. БСП не хочешь взять себе кастрюльку? Не, у меня... Дайте... Лучше. А у тебя не красный экран еще? Пока нет. Здесь, кстати, чисто. Предлагаю снизу пробежать и посмотреть, может, ништяки какие есть. Не, предлагаю подождать, пока кто-то придет, чтобы уже... Как-то по-честному игру проходить. Так, винтовка здесь, но я со снайперкой останусь. Включай, а мы как бы... В общем, включать? Здесь. Все? Да, Рен. Включаю, давайте. Ой. Ой-ой-ой. Есть вонючий? Давайте все сюда, да. Что-то хп вот у меня... на самый последний. Макер, сзади тебя и... Я в курсе. Главное, чтобы никого не вытянули. Там Жакей. Жакей! Да блин! Сколько в него дамага-то нужно? О, ну понятно. Толстяк ну, еще. Понятно, я. Ну что ж, ребята, происходит классическая ситуация. Виноват Бонивур. По разным углам и всех жрут. Добро пожаловать в ЛФСОД спустя год. Нам надо как-то взаимодействовать, общаться. Ой! Взаимодействовать и общаться. И с этими словами Бонивур убивает БСП. Ладно, я возьму. А потому что БСП не сказал, не убивай меня, и все. Фибриллятор лежит. Нет. Убить? Да что, нет. Пацаны, у нас трое мужиков, одна мертвая, но еще теплая баба. Предлагаю воспользоваться. Момент. Кто ее поставил на ноги? Погнали, я. Там много народа, давай. Где моя аптечка? У меня же была аптечка. Теперь даже аптечки нет. А, все, открываю, она. Бежим. Там готов? Справа сразу напоришься ты. Да, я знаю. Когда будете готовы? Я готов. Нет. Все готовы. Поехали, работаем. 3-2 раз, погнали! Блин. Ну ты со своей головой, извини меня. Старайся не стрейфоваться просто. Почему-то я не удивлен. Вот. Сережа, по идее, ты должен играть за негра с таким количеством случаями смертей. Сзади сейчас. Да тут, в общем-то, и спереди весело. Я снайперю. А, можно спускаться. Жакей, кажись. Ой! Нет. Сзади, сзади. Да что ж ты делаешь-то? Внизу есть народу, да. Жирный. Да? Плевальщица. Кажется, я очень тяжело ранен. Показалось. Все, спускаемся. Отнимается периодически. Маки, распускай, стреляй. У кого-то есть аптечка, можете мне одолжить, потому что у меня сейчас скоро ноль будет. В смысле, а ноль? Дашь? У тебя есть какие-то... Давай через месяц две аптечки. Давай, мой. Я жить хочу. Да ё-моё. Я говорил. Как насчёт помощи, да, как-то не очень? А кто там сзади, сзади, сзади продолжают переть с дырку? Парни, давайте вперед проход, потому что... Здесь ещё прикройте, ну... Блин. О боже, нет, что происходит? Аптечка. Аптечка у меня есть. Одна, но у меня 15 хитов, блин. А, ну тогда нет аптечки. Погнали вперед, парни. Дай-ка я тебя вылечу. Аптечку можешь мне? Да я уже лечу тебя. Я мог пожертвовать своей. Да, давай, жертвуй. Ведьма! Ведьма! Там этот, сзади спитер. И ко мне Майкер. И адреналин мы не взяли, кто это сзади. Майкер. Аккуратно, Мишка. Куда ты ушел? Ты хочешь? Да не надо лечить, не надо лечить, оставь, у меня не серый экран. Реально сзади можно было взять. Да, но там этот же еще. Я кидаю бомбу. Ёпресы ты тут народу. Давай, кидай, кидай, кидай. Заходим. Курильщик сзади. Ой, а вот ой. Он. Всё, у нас. Наверх.
Сейчас слаженно, вот тут встали все и как бы каждый свой караул. Давайте я тех, кто поднимается, рублю справа. Я могу бомбу заюзать. А я тех, кто опускается. Давай. Давайте я бомбу заюзаю здесь. Нажимайте. Да, можно бомбу, я думаю. Сзади Кольт, если кому надо. Кольт. Да Кольт-то понятно, но дробаш вроде поинтереснее будет. Бомбу заюзаю, когда много выбежит их. Как бы. Да, у меня зеленка есть еще. Нормально. Зеленку на потом вот оставь. Хотя, давай лучше ее сейчас. Там чарджер еще. Я в него попробую. Попал. Черт, он лезет, он лезет. Там хантер еще, аккуратно. Не вижу. А, все, приятно. Все, погнали. Да, сейчас открою тоже. Поехали. Работаем, ребята. Не останавливаемся. Там еще чарджер. Громила. И танк. 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 Я упал сразу. Я скучал по тебе. Так, не надо. Чарджер впереди. Ой, он меня... Блин. Очень не хочется умирать, но видимо придется и... Че с ним делать-то вообще? От мелочевки давайте сначала избавимся. Пуха надо потом... Ой, там народу капец! С вашей стороны. Танк идет ко мне. ДПС у танка. Давай, я пытаюсь гончи поднять. Я помогу, отстреливаюсь. Ой, 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 ой. Танк внизу, я внизу, танк убьет сейчас меня. Блин, что у нас молотого-то нет? Мише не поможем. Забейте на меня. Погнали, вперед. Я не могу бежать, только я его сдержу. Короче, выбегите. За вами бежит. Танк тоже идет, но медленно. Сначала зомбари. Сначала зомбари. Давайте наверх, вот сюда. Отсилится бы, конечно, уже. Наверх здесь. Ох, все. Считайте меня коммунистом, короче. Хорошо. Взял коктейль, если что. Как тут выйти отсюда, блин? Дверь открыть возможно. Ну тупик, нет! Как отсюда выйти? О боже, танк пришел. Фух, беги! Фух! Забей на всех! Их уже не спасти! Танк бежит за тобой! Фух, сзади танк! Сзади горит танк, держись еще! Кружок еще один, и их воскресить сможешь, возвращайся! Вот сюда вот. Заходи, заходи, заходи. Танк догореть сейчас уже должен. Попробуй. Еще. А, танк! А, нет, да, танк это. Нет, это чарджер. Да, беда. Ну, вторая миссия подлиннее, поинтереснее. Давайте просто сейчас... еще и не знаем, где, куда, чего. Да. Танк сгорел, да? Да, танк должен был сгореть. Не мешает. Все, я в отличной форме. Сейчас я покажу скиллуху. Скиллуха поперла. Я сказал, лечиться. Я работаем? Да, погнали. Работаем. Раз, два, три. Нет, 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 нет. Не может. Бонич сзади остался. Капец, Бонич остался сзади. Я... Давай, жди его, мы с Пухом здесь. Пух, не бегай вправо-влево, пожалуйста. Выбери одно направление. Ну, так я, давай. Сзади волна, сзади, сзади волна. Спереди чистым. А, там спереди хант есть один. Вижу хантера. Где? Забирается слева. Блин, Пух, ты рисковый. А, жокей? Да, ёп, ПРС это. Не благодари. А мне казалось, что это хант. Спасибо, да. Ой, хант! Там хант еще! Ой-ой-ой, идут, идут, там идут, толстяк идут. Толстяк еще, спасибо. Да, толстяк еще. А че они так кучно вообще ходят? Хорошо, строим. Там, вот здесь, если бы выпал громил, вот, ну, хорошо. Так, волна еще. Да, волна сверху, слева, сзади, сзади, самое главное. Блин, спина к спине. Блин. Спина к спине. Я выстрелил по БСП при этом еще. Да кто? Сзади. Там еще спереди дофига народу. Прикройте. Да твою ж... Блин, ненавижу ее. Я поднимаю его, Миша, стреливайся. Да, уже. А кто? Да... Кто стрелял?
А, это Бонивур там. Сволочь стреляла. Капец, я думаю, откуда очередь пошла? Я еще поживу, поднимайся. Кончик, красава, не из своих. Я заставлю его танцевать щетку. Конечно, я вас как-то стимулирую собраться. Уворачиваться нужно, как Нео. Согласен. А, погнали. Давай. Там ведьма где-то, фонари выключили. Закройте шлюз, это тоже какое-то оскорбление, мне кажется. Там закройте. Да, свой шлюз закройте сами. Где здесь ведьме вообще быть? Я слышу. Есть адреналин. Есть дефибриллятор. Может кого-то убить и воскресить с полным ХП? Я лучше подлечусь, наверное. Есть бомба, кстати. Хотя, у меня тоже бомба есть. Сейчас лучше обычную, наверное, бомбу, да? Лучше вообще бонищевую аптечку дать, потому что он не добежит в любом случае. Ну оставим его на мясо, нормально. Ну поехали. Но ведьма там есть, поэтому фонари все-таки выключите. Да забей на ведьму. Бонич, выключи фонарь. А чё, а чё? Чарджер прям по курсу прыгает. Да кто? Зарим. Я ж ещё даже не успел. Хант, чарджер. Капец. Ладно, я кидаю зеленку, в общем, нафиг надо. Там еще плевальщицы. Кинул уже, кинул. У меня бомба не попала. Я пытаюсь прыгать. Все, поехали, поехали. Давай, бежим, бежим, бежим. Требуется аптечка, еще одна ранили. Блин, там хант. Прыгает. Да, бомба последок. Спасибо. Тут аптечки, пацаны, есть. Кидай бомбу. Забей на аптечку. Не, надо чуть-чуть взять. Все, поехали, поехали. Теперь поехали. За пухом, за пухом. А, там скорее, таблетки. Ребята, вы там долго остались, долго остались. Тут аптечки где-то были, нет? Понятно. Забейте на аптечки. Ведьма в первом, ведьма в левом бежим, бежим, в правом бежим, проходе, бежим. Не бежим туда. Ёпперас, это сзади бегут еще и... Блин, потом прямо не пострелять. Откройте, другим даете стрелять, окей? Да как, откуда? Ах, ты скотина. Сзади. Аккуратно, я не могу стрелять. Ну так я зачем тебе стрелять, если я их убью? А, ну, Миша, давай, проходи чуть потихоньку. Слева, о, есть. Бомба есть. Нет. Миша, чуть назад еще, давай. Парни, здесь можно подняться. Нехило так. Давайте отстрелим, который бегут. Здесь молотов возьмите кто-нибудь. Или молотов очень возьму. Нужен. А как забраться-то? А, понял. Просто я, погоди. И все. Давайте справа. Зачем вы там всех отстреливаете? Да потому что их тут они сейчас прибегут. Справа где? Там какая-то пух. Штука, лазер какой-то. Пух-пух-пух, где? Что такое где молотов? Ребята. Понятно. Давайте соберемся, ребят. Я ОБСП, на улицу выходим. Там еще кто-то. Парк, я вас на улице жду уже. Да, уже на улице все. Капец. Ну, медленно очень. Согласен. Вонич. Кто там? Хантер еще. Понятно, так вообще дешево. Блин, тут много народу. Так я же говорил, надо было их отстрелить. Они бесконечные, БСП. Я боюсь стрелять. Толстяк! Капец. Парни, 150. Вонич, зачем по мне бьет? Спасибо. Все? Да. Более-менее как-то отковырялись с Гурем пополам. Давайте по друг другу сейчас. Ой, танк, 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 прям по курсу. Где? Танк. Выходим сразу за углом слева. Молотов, все нормально. Фул ДПС надо по нему сейчас. Да какой фул ДПС? Не, сейчас кайтить просто нужно и все, кайтите. Разбегаетесь. Я попытаюсь. Он бежит за мной, да? Да, да, да. Бонич минус. Осторожно, БСП кидает. Я же у машины был. Пух, ты один. Он горит. Он на крышу забирается. Дай по нему. Обходи слева, там, где мы бежали изначально. Выходи из здания. Мы сейчас с узком проходим, он вас встретит, это будет лол. Выходи, пух! Ребята, да подожди. Миша, я тебе помогаю. Спасибо. Он сейчас должен догореть уже. Если далеко, то просто... Нет, бежит еще. На крышу. Я сегодня посмотрел какой-нибудь фильм про зомби в честь этой игры. В сортире забереться, что ли? Да, резай пока надо. Вот он. Ты успел бы одного резнуть.
Еще кружок. Сейчас к тебе. Блин, в сортире хотел запереться. Не-не-не, так не работает на самом деле. Его двери не останавливают. Хотел в сортире запереться, но там не было двери просто. Ты уже пятый раз сказал. Там какой-то у меня хейтерок в чате говорит, опять пух игру портит. Я вообще чуваков тащу. Вообще, ты уже довольно взрослый, чтобы в сортире запираться. Надо уже как-то... Я хотел отгромить. Снимаю рубашку. Спасибо, Сережа. Сексуальности прибавилось на стриме. Да, наверное, я успел бы одного резать, но это был бы риск. Но, да, наверное, там не, да. Не было видно, где... Ну да, да, я просто не видел, где там. Я медленно бежал. Все, погнали, погнали. Гоу-го-го, Бонич, не отставай. Левая кнопка мыши, точнее, правая. Ой, мы как растянулись, это очень сильно. Ну, конечно, я не могу запрыгнуть. Миша, ты далеко убежал. Да я подожду, пока подстреливаю этих пацанов. Ай. Провальненько довольно. Не было хуже раньше. Ну, в идеале... Тут адреналин есть. Без вообще, как бы, обычно проблем. Подождите, парни, я спускать еще. У меня дефибриллятор, я не могу адреналин взять. Не могу. Могу. Так. Кто не спустился? Погодите, погодите, вы далеко, вы очень далеко разбежались все. Ух, давай быстрее, поехали. Иду, иду. Здесь народу много. Есть бомба. Да, киньте, пожалуйста, одну бомбу вниз, Бонивор. Мы тебя ждем. А, ну да. Говорите, когда будет готово. Кто-то уже кнопку нажал? Нет, еще я жду вашей команды. Нажимай, нажимай. Нажал. Сзади. Пух! Вижу. Есть камень зеленка? Да, есть зеленка, я буду... Вон, в эту кину зеленку. Твою ж медь. Не стой на зелени! Этот, Хантер поднимается. Жакей, судя по всему, где-то еще. О, чарджер. Блин! Бонич, прости, пожалуйста. Снимайте быстрее, да. Они уже идут сюда. Идем. Ребята, идем, 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 идем. Блин, капец. Там аптечки, но мы не успеем. Там мы не успеваем, бежим. Ребята отстали. Отстали, потому что ранен. О, все, меня минус нули. Ладно, пробегаем дальше. Да как, пробегаем дальше? У меня аптечка, вы чего? А, давай, вернем. Возвращаемся назад. Мне нужно позаберем. Да-да-да, пусть Мишу зафигарит, я его резко стабилятором. Страхуйте. Страхуем. Закрывайте, парни. Аж страховал. Впереди волна. Пытайся стрелять. Идем? Да. Будьте осторожны. Хантер, 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 Хантер! Прям по курсу. Козёл, у меня пощёчина. Миш, попытаюсь вас. Блин! Помог. А он эту свою кочерку 2 часа пережал. Автомата. Я не предам, охуенно сказки. Сзади бегут. Тут адреналин. Поднимаемся, парни. Оружие там? Поднимаемся. У всех адреналин, что ли? Пожалуй, стали, у меня серый экран. А, серый экран, давай подлечим. Ой, я уже сверху. А, ну окей. Я внизу замочил. Да кто? Где? Когда? Они сверху падают. Еще. Я резаю пуха. А, уже не резаю. Да, да твою ж... Ощущение, что они здесь спавнятся. Ведьма, где да? Бонич?
Бонус минус. Молотова. У меня дефибриллятор есть, где бонус. Стоп. А, вот вижу. Вот он. Некр с красным. Ты бух его хотел поджечь. Канистру взял. О, класс, у меня рядом. А, где мое оружие? Там валяется. Погнали на улицу справа. Ведьма справа как раз будет. Ее можно обойти аккуратно будет, я думаю. Так, в прошлый раз мы здесь побили, да? Нет, нет, она пошла. Не, кто сагрил? Нет, да, все. Вы напугали ведьму. И Хантер еще. Так а чё? И там чарджи, и там кислотник. Короче, я чушь сделал, сори. Блин. ДПС, нормально. Ай, кто? Это пух. Очень хорош. Удачно подожгли. Танка еще не было. Сверху, как... Сверху язык. Вот здесь вот. А, нет, это кислотник. Сори. Очковал. Сзади, сзади, пух. Да, не падают? Олег. Ой, блин, пух, ты так был похож на зомби. Да, бывает. Еще там сзади, 4 человека. Сейчас я заберу их. Блин, они все падают и падают. Я спереди прикрываю. Жаль, я буду страховать. Бежит, 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 бежит. Я уже не помогу. БСП сзади. Блин. Погнали, да не погнали, бейспентов снять. Бест... Сейчас сзади Хантер, Хантер, пух, сзади, спаси. Вам пригласило, вам понадобится помощь, товарищ. Да как твою мать. Ой, сейчас добежить, добежать можно, давай, пух. Только не открывай дверь. Все нормально. Не отстреливаться? Не отстреливаться. Там рез. В какой части слово не отстреливайся от него? Не, пух, конечно, может. Ух, а давай хардкор, чаешься к нам и резай нас. Зачем? Зачем? Мы долго умираем просто. А там танк ломится к нему, что ли, или что? Да. Ну открой, стучат. Я посмотрю на звезды. А понял. Пока Бонивур и БСП умирали, пух обкалывался аптечками. Погоди, а сколько ты заюзал? Ты главное не юзай две, потому что они броняются на следующий раунд. Я серый экран был, я прошел игру с серым экраном. Красавчик. Когда вы уже умрете? Да бог поможет. Давайте я вас постреляю. Ты попал реально, смотри. Ну я сейчас уже все, 3, 2, 1, поехал. Давай, я еще держусь, пух. У меня проблемы! Хочешь, я обойду? Облегчу мои страдания. Пристрели. Kill me. Да. Бля, пух меньше всех зараженных убил, и нормально все у него. Больше всех бегал. Урона ведьме, 169. Я ведьму практически в солягу. Солягу. БСП там плюнул на 27. А у меня... Где мой револьвер, блин? Револьвер, спасибо. И оружие такие кашечное. Так, я со сковородкой. Все готовы? Да, почти. А что за дробовики такие несчастные? Поехали. Поехали уже, да? Я по правой стороне иду. Сзади, 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 сзади! Ни хрена не... Я боюсь стрелять, серьезно. Да. Кто там? Танк сразу, что ли? Да, танк. Нет. Есть у нас что-нибудь? Назад. Понятно. Обратно, закрывайте дверь! Я закрываю дверь. Да что ж ты делаешь-то? Быстрее. А БСП спасать? Да сади. О! Класс. А как он сюда зашел? Мне кажется, пух это тут танк. Отлично зашел. Я два раза закрывал дверь, кто-то ее открывал. Бонич, ты что ли роковой?
Вообще-то просто, когда мы раз вышли, уже нельзя вернуться обратно от танка, чтобы что-то такое. Перезаряжаю! Можно без танка в этот раз? Наверх бы забраться, там вроде бывают ништяки. Танк опять. Где? Тут снайперская винтовка сверху. Где там? Хорошая снайперская винтовка. У меня тут где-то сверху. Заходите, ну, можно танка будет. А, вот он у меня. Где? Сейчас мы его со снайпером. СП, он тебя убьет. Ты его выведи на чистое поле, мы тут со снайперками его отстрелим. А, окей. Давай. Я его убил. Окей, он застрял там, что ли? Идите сюда, смотрите на мою, ну, добычу. Он как-то сам себя убил, короче, я не знаю, как это пришло. Ведьма, кажется. Вот мы с снайпером сейчас где вообще поднем. Давайте пузан вместе, там... а, ребят? Там пузан, аккуратно. А кто у нас там далеко-далеко? Где-то далеко. Наверх заберемся? Да, конечно. Да. Конечно, со снайперками это грешное. О, тут что-то есть. Адреналин взял. Как же танк он так убили хитро. Блин, ни черта не вижу. Давай пистолет. Убейте, товарищ. О, хороший, да, хороший. Ой, магнум, ой, найс вообще. Шоколаде сейчас. О, Молотова там еще был где-то. Миша, хватит выбирать. Да я не вижу Молотов просто. Черт. Лезут. А, вот он. Так, куда дальше? Ну, по поезду. Ну, поехали тогда. Все, поехали. Погнали, парни. Зарим. Ой. Я упал. Ничего страшного. Все, скорее всего, нам по дороге туда. Да, где-то да, тупик да. был. Хант. Ах ты ж, козлина. Тамповская. Где я? Все, он уже. Там плеватель. Кто меня бьет-то? Я не заряжаю. О, сейчас я будет не... на... Там дерьмо, ребят! И танк еще, кажется. Помогите. Где-то еще язык. Курильщик, конечно. Курильщик вроде слева был. Но я думал, что убили его. Сзади. Нет. Курильщик слева цепанул меня, утаскивает в кусты. Парни, 180 кп. Блин. Ты еще... Тебе жить еще. Дай бог тебе здоровья. Спасибо, Боич. Так, три коллеги и... Мы не туда... Мы точно туда пошли? Вот ну, похоже, да. Да, он там постовой стоит. Перезаряжаю! Справа. О! Да как? Откуда? Аптечки! Сзади народу довольно много. Одна. Внутрь заходим. Да ёб ПРСТ! Понятно. Пошли внутрь. Так, аптечки где-то были, говорите? Жакей. Ты справишься? Пацанов спасать не буду. Хантер еще. Хантер справа. Прыгает. Хорош. А где аптечки-то? Ой, кислота еще. Погнали вперед, парни. Ай, сори. Я чуть не вышел на линию. Я пытаюсь гнать, но... Да, не гоните вперед, потому что мы без аптечек. То есть мы без, точнее, без ХП. Давай. Мы не успеваем так быстро бегать. Давайте. Ведьма там аккуратно. Где? Перезаряжаю. Где в ведьма? В доме, скорее всего, в Давайте, доме. Я выключу. По звуку в доме, да. Сзади волна, ребят. Да это Овсиенко поет, какая ведьма? Сзади волна. Сзади нам много народу. Здесь, Миша, парни, присаживаемся. Хорошее оружие. Ведьма нашел ведьму, могу убить голову.
В голову можно там одновременно из нескольких дробовиков ее убить сразу. Да, все убежали, что они. Я. Ой, блин. Как? Ну понятно. Она уже вставала. Миша, отстреливайся, я попробую тебя поднять. Блин, тут ведьма бежит. Сзади, сзади, сзади БСП. Хотя нет, они не агрятся. Отстреливайся, будет норм. Я за. Я лечу серый экран. Давай, я пока тебя. Все, можно теперь действовать. 50. Будем поднимать. Да, включай. 100 хп. Пытаюсь пройти, блин, тут. А тут не через пройти, дверь, да? Через дом, 48. Не, я успею, видимо, уже. 36, 33. Глаза закрываются. Прям быстрее, быстрее, вот, курс доллара. Как надо прошли, через дом проходить? Да, да. У меня хп прям вообще нет, тут есть аптечка у кого-нибудь? Спасибо. Вот, скорее всего, вот в скорой помощи будет что-то. БСП вот сюда, да. Выходим. Я пытаюсь. Как... О, бонщи могу резнуть. Да просто давай. Там толстяк где-то еще. Так, Бонни сейчас спас БСП, хорош. Чарджер, чарджер тебя! Вижу. Чарджер, опять меня. Аптечку бери, аптечку бери. Да что ж ты не простреливаешь-то, а? Я вижу, да. Спасибо. Все, я к вам бегу. Полный хп. Убежище, убежище, ребят. Слышно? Окей, там еще. Слева. В смысле, сзади. Прямо идем. Блин, кладбище, зомби, мне очень страшно. Это ой, вот сейчас будет. Да, добегай там. Идем, добегаем вперед, там уже конец. Я сзади прикрываю, бегите вперед. У меня серый экран, может лучше я? Ну, давай ты. Да откуда? Бонич сзади. Курильщик? Вот, все убежище добежали. Забегаем. Давайте, ну я упаду, наверное. Даже не стреляй, понял. А чё не открывается? А, тут не сразу откроют. Сайонара, придурки. Надо будет еще подержаться, видимо. Тут калашников, ребят, и эти. Ой, короче, нам нужно держаться. Калашников здесь и патроны. Короче, двое на открытое пространство сюда и двое на окно. Быстрее, быстрее. БСП, я с тобой. Справа еще, смотри. Сзади, 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 сзади много, сзади. Тащите, парни. Неужели вот так дешево? Поднять бы. Поднимай. Пытайся прикрывать. Язык тянет меня. Ребята, скорее, 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 скорее. Сзади. Сзади танк. Ой, не танк, а чарджер. Минус. Еще народ идет. Сзади, сзади, Миш. Блин. Из окна. Кислота еще. Капец. Держись, БСП. Главное. Главное держись. У меня пока хп есть, я отстреливаюсь. Да я боюсь, я не выстрелю. Да. Так что отстрелились, жаки? А. Нам тут сидеть нельзя, там плевающийся плюнет-то какая. Блин, я столько очков набрал ведь. Кто о чем, да? Мы самое проблемное, что танка не было, то есть мы на халяву дошли. Ну так неинтересно, с другой стороны. Согласен. Погнали. Перезаряжаю. Гоним. Какой же, блин. Давайте у нас какая-нибудь формация у нас будет, потому что кто-то бегает, за ним бегает два зомбаря, он их не видит, как бы. В общем, плохая вариант. О, тут револьвер. Так, вот дробовик здесь у меня снайпер, есть, кому нужно. Беру таблетки. Дробовик какой? Нормальный или... Так, лучше, чем обычный, дефолтный. Угу. Он без перезарядки. О, волна поднимается к нам на... Бунч, фига тебе реакция. Бонич, поехали? Да. Там же кипнут, что сзади. Бонич. Там намного народу. Вон, полезли.
Макер, уходи наверх. Спасибо. Там жакей у нас внизу, будь внимательным. Вы там надолго? Сверху? Нет, мы готовы. Жакей справа. Да. Непонятно. Поехали где пока. Потихонечку. Ведьма, ведьма еще прямо еще. Прям по курсу, о, капец. Да, не... Сзади, сзади. Ведьма прямо. Жакей здесь. Скорее всего. У меня опять. Ведьму убиваем, нет? Хантер сверху. Я помогу тебе. Ладно, ребят. И не только Хантер еще. Блин, а как там забраться можно наверх? Может, думаю, есть твоя... Да. Должен быть, блин, вариант. Но нет. Точно? Похожим. А вот это крутить нельзя? Симулятор, ребят. Тут аптечка, на самом деле. БСП, иди сюда. Защищай. А, ну там дефибриллятор или, соответственно, аптечка. Ну, может, канистрами тогда? Попробуем сжечь ее. Нет, она побежит. Давайте только выйдем на ту площадь, которая была, да, до, да, этого. Там больше местом пострелять. Хорошо. Покайтить. А назад я отойду на безопасное расстояние, у меня есть это. Жакей еще. Сверху. Да ёб парасоте. Где? Виля. Я перезаряжаю. Да. Я что, готова? Я могу в нее этот со снайперской засадить. Я сейчас кину эту. Я кидаю канистру в нее. Давай. Не докинул кто-то. Поближе, поближе надо. Все, кидай. Там волна как раз. Поджигай. Я напугал. Я короче, побежал. Я побежал. Она за мной бежит. Ну ёпрст, твою ж медь. Прям на линию огня. Рано что она должна была за мной бежать. Там дефибриллятор, говорят, есть. У меня есть, да. Ну еще нормально. Да я в курсе, пацаны, про проблемы со звуком. Это после то ли обновления скайпа, то ли после обновления стима. Непонятно после чего, но он реально сам скачет. У меня та же фигня. Да у нас был, помнишь, уже, когда мы начинали играть. Это что-то связано со стимом. Я точно помню. Я лут забыл у себя. На трупе. Кто? Амила. Угу. Черт возьми. А, уже мой лут подобрали, да, судя по всему? А и тут есть оружие, иди сюда просто. Там просто еще аптечка была. Там громила забирается к вам, ребят. Угу. Блин, остальное оружие на самом деле. Ну хоть какое-то, у меня даже основного нет. Ну почему? Вот неплохая винтовка. Какая, она по 3 выстрела делает. У меня... Бонич, подхиляй меня, пожалуйста. Потому что я не дойду иначе. Откуда ты знаешь, что у меня отлично? Курильщик сверху. Блин. Вот видишь, я тебя спасаю, хиляй меня. А, ну да, по 3. Я как Кашпировский, погнали. Да, давайте действовать уже, ребят. Действовать. 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 Ах, ах, спасибо. Там справа толстяк, кажется. Угу. Блин, я думал, это... Да блин, ну не бегайте зигзагами, я валяю. Твою ж медь. Сзади волна. Да, много народу. Плевачки. Ой, блин, тут... Хант, да. Меня. Я в доме, тут аптечка, ребят. А кто? На помощь! Твою мать! Так как ты сюда пробрался? Есть у тебя в скайпе нет никаких галочек о регулировке. Это базовые вещи, которых как бы все знают. Нет, в скайпе есть, но она не работает в принципе сейчас, потому что вот. Все, то есть у меня даже уровень не показывает, что он там есть. А все, аптечки все разобрали, а я... О, боже. Что это такое? Баллон. Ты по баллону Сори, стрелял. Я не знал, что это такое. Я думал, и поэтому ты стрельнул, поэтому. Отлично, интересный способ.
Так, давайте кто-нибудь по правой стороне, кто-нибудь по левой. Миша сзади, аккуратно. Погнали. В доме будут аптечки, поэтому как бы... У меня нереально крутое оружие, мы можем отбиться. Кислотник, кажется, нет? Нет, казалось. Сори. У меня как в Терминаторе два судном дне, пушка. Я сейчас как... Которая шар. Из... Да. М79, только не говори, пожалуйста, что она у тебя. Так, тут кольт, тут хорошие пушки внутри. Меня. Кислотник. А, да кто? Толстяк? Ой, ёп, ПРСТ. Я в угол жмусь. Ой, там встал вообще? Волна идёт. Шопа не понесла, что ли? Да откуда? Кто меня... Я ж в углу стою. А, Хантер откуда-то ещё. Непонятно. Понял, сейчас стреливайся там пока. Ходи потихоньку, они к нам вроде пикают. А, это Бонич тут оказывается, а кто там пух носился, что ли, все это время? Я с волной боролся. Ага, она сюда все бежала. Ну, у меня тоже было. Так, аптечки тут были же. Есть, где? Это тоже. Серый экран. Так, мне очень дерьмово, да. О, тут есть временное лечение, но я возьму себе его, потому да, что... Да, возьми. Конечно. Работаем? Да, я погнали. Поищем тут все. Погнали. Там же еще эта машинка, медпомощь, может там будет аптечка. У меня есть бомба, но бомбу мы на самый конец сейвим. По очереди будем ее просто кидать, когда они будут чарджиться. Да как ты не умираешь, тут, господи? Танк? Есть зеленка, могу кинуть. Баллон есть еще вот здесь вот рядом. Вон танк из моего кладбища. Где? Поднимите, пожалуйста. Поднимайте быстрее. Пробуй. Прикройте есть? Там молотов, справа. Ухо молотов, поэтому... Чуть-чуть назад отступили за машину. Где он? Пойдешь в него? Да, уже кинул. Попал, да. Отлично. Горит. Вот, пусть он горит там. Он забирается. Можем пострелять по нему немножко. Откуда? Они прям появляются. Пошел, он выбрался. Ой. Зря я так. Сплотиться надо, пацаны. Мы очень расплоченные. Убили? Это еще. ВСП, ты зря подходишь в плотку. Кто? Да ты-то здесь что делаешь? Да, убили. Жакей. Жакей, аккуратно. Со стороны кладбища бежит. Курильщик еще где-то. Скорее всего, сзади. Давайте аккуратно продвигаемся. Прикрывайте зад мой. Блин, говорю, прикрывайте зад, кто вперед меня идет-то. Вон он где-то бегает. Справа один зомби пух. Вон, вижу его. Пух, ты такой арканник вообще. Все, Бонич, отлично. Сзади пух. Сзади пух. О, найс. Скажи спасибо, Майкер. А ё-моё. Такое случается. Но если мы не найдем... Так, бомбы есть. Хорошо. Да, зеленка одна. У меня серый экран, мне нужна аптечка. Я как бы бегу меня охранять. У меня тоже серый экран, мне нужна аптечка. Бесполз, давай, побежали вдвоем. А я застрял в могилке. Надо, не включайте двери, давайте сначала в доме посмотрим, вдруг там будут ништяки, пушки и прочая хрень. Подожди, так, тут Молотова есть, автомат вот Калашникова. Здесь нужно стоять, ребят, потому что... Я сейчас сдохну. Кстати, отличный вариант вот в этой комнате, потому что тут входов... Нет, не отличный, потому что у меня этот... Есть аптечка где-нибудь вообще? У меня есть адреналин, но это то, что у меня 1%. А почему вот в этой комнате? Потому что три... Ну тут только три входа, и мы как бы... А, тут если плюнется, то все как бы, да? Да, они в окно могут плюнуть. Да. Ну просто так. Вот здесь очень большое пространство слишком в этой комнате, мне кажется. Я канистры попритаскиваю еще. Сюда. У меня вообще ни у кого аптечки, ничего нету в колоде, а то нет. Адреналин у БСП и гранату у БСП.
Да, и все. Стойте, стойте, погнали. Стойте, сейчас я. Подождите, я. Я сейчас где-нибудь займу последний рубеж оборонительный в уголке. Фух. Не скажете. Так, Бонич ушел на свою войну. Я ушел умирать отдельно, я как кошка. Да тебя сейчас убьют там, Бонич. Я в уголке нормально. Они на вас побегут, я буду их наоборот целить. Ну, в этом может какой-то смысл есть. Мы тебе не поможем. Не поможем, не поможем. Работаем, ребят. Погнали, нажимайте. Ладно, я... Ой, зря. Короче, Бонич, я сразу минус. Ну, кто-то работает по правой стороне, я по левому окну работаю. Так а почему вы не хотите все-таки в комнату? Там побезопаснее всяко будет. Майкер, посмотри, какая у меня пушка. Ну что ж, помолитесь, ребята. Блин. А пук, смотри, не... Ладно, я вот так буду стоять тогда. Ты не двигайся. Все по углам. О, чарджер! Капец. Нормальное начало. Да поможет мне Господь. Понятно все, короче. Чарджер. Ой, все свои такие. Адреналин лечи, адреналин. Понятно. Да откуда ты прилетела, скотина-то, а? А Бонич живой еще. Да, страта Бонича работает. Я там минусую подходящих. Толстяка убил. Левальщица будешь там сейчас съем. Все, что за закрыл. Толстяк, толстяк! Держись, будешь Бонич! Этим... Беги просто к выходу, но я думаю уже, и все. Не, рано я пока. Сейчас они Мишу... Они уже закончатся, теряют. Кстати. Они. Не, не совсем. Да фига. Майкеры сейчас съедят. Помогите, пожалуйста! Все, Бонич, удачи тебе. Да там немного осталось вообще, немного. Бонич, ой, давай. Да, твой персонаж сливается с черными стенами, в которых стоял. Я на 1% продержался. Красавчик. Ничего не могу сказать, а у вас втроем. Три лба не смогли продержаться. Аптечки кто-то не взял. Кто не взял аптечки? БСП. А, тут есть аптечки? На старте. Осторожно! Я, БСП, у тебя же есть. Нет, у меня нет аптечки. Ну и все, идет их нет. Слушай, а то имеет смысл вот так вот в уголок одному зашквариться. Даже с фолнами хп не важно. Давайте сразу не отвлекаясь. Да там пушки хорошие могут быть наверху. Ну хотя, я может буду быть... Ваша... Буду нет, ваша... это хреновые пушки. Сюда, 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 сюда. Че там? Ай. Получил. Да как вы попадаете-то, твари? Все, я минус. Сходил, блин. Она ёлы упала, просто окружил. Просто лоль. Проклятие. Блин. Ух, помогите. Не думаю, что со мной все будет в порядке, но... Ща, майк. Да, я вижу, вижу проблему. Сюда. Плевальщицу били? Чё там, чё там наверху? Наверху ничего интересного. Ну, снайперка есть. Но она хреновая, это не та снайперка, которую вы ищете. Мне нравится. Мне любая нравится. Есть баллон. Погнали. Ой, опять ведьма. У меня есть баллон. Не, где? Сейчас, кажется, мы проходим мимо. Хотя, блин, близко очень. Вон, смотрите. Давайте рискнем. Аюш, откуда? Бонич, тебя ждем. Я не могу найти выход. Ну тут надо принимать решение, мы пробегаем или не пробегаем. Да, пробегаем, я прыгаю вот так. Она встает. Понятно. Тихо. Сейчас ГГ будет, да? И чарджер еще. Не-не, сейчас успокоится, сейчас успокоится. Ой-ой-ой. Все-все-все, успокоилось. И что нам делать сейчас? Так же проходить? Так же, как я сделал. Сверху чарджер над тобой, пух. Пока не вижу. А, он спустился же. Короче, смотрите, что делаем. Жокей там. Жокей! Звонна сзади. Звонна. Твою ж медь.
давай нас, Миш. Я попробуем. О, мне надо подхилиться, быстро. Вообще точно никак попасть. Один хит. А через дом нельзя зайти, кстати? Парни, да сделайте как я, да и все, просто запомнил. Да она там вставала уже в тот момент, когда молотов. Ты проходил. Молотов. Ой, ребят, сюда идите. Прям пошел что-то? О, давай. Как вам такая пушечка? Может поджечь ее? Курильщик там. Да. Бомба поехали. Была, да, еще? Бомбу взял. Давайте попробуем поджечь тогда. Можно отстрелить, кстати, издалека. Дефибриллятор сразу возьмите. А кто-нибудь издалека отстрелите, а я с дробаша буду по пути. Вот по красному. Можешь увидишь там этот бонич? По красной канистре стрельни, пожалуйста. Спекали. И сразу уходи отсюда. Все. Я попробую. Где эта дура? Она горит и убегает. Она бежит, но медленно. Непонятно, все уже вроде. Четенько. Молодцы. Ой, волна, ребят! Они наверх, кажется, лезут вообще. Да. Адреналин, тут зеленка. А как зачем? Я... По лестнице. Да кто? А, как меня прям вот как, да. Жокей прям. Жокей. Твою ж медь. Да я. Все, погнали. Почти. А есть там второй пистолет, что-нибудь такое? Нет. Так, ну у меня есть этот Рэмбо стайл пушка, но я хочу ее оставить на потом. Дай мне ее. Как? А, ну пойдем. А зачем она тебе? Не, покажи. Рэмбо стайл, вот это, который я... Ой. Не-не, который у меня сейчас. Не-не, тогда у меня Шварц стайл. У тебя погнали. Дробовик просто. Слушай, а тут патроны ну, где-то в этой будке. Патрон. Похоже. Да, здесь патроны внутри. Да, патроны. Да от какого ты пристал-то? Да ой. Ладно! Сори, Бонич, непонятно. Свидетели, зрители, я не... Язык. Бонич, давай пойдем. Там проблемы. А, живой. Да, вижу язык. Это серый экран. Убили. Давайте до кладбища доберемся как-нибудь. Подождите, дайте я подлечусь, подстрахуйте. Так, есть бомба. Подстрахуй, братуху. Погнали. Готика была, пацаны, в чатике. Вы пропустили уже все. Блин, вроде бежал, никого не было. Так, я забегаю внутрь и как бы прикрываю. Твою... Да, мы как-то не совсем слаженно бегаем. Так. Кто меня мягко ударил? Говоря. Никто, зомби. Что-то мне кажется, мы не выстоим. А что такое? Что произошло в будке-то? Лучше я не знаю, что произошло в будке. Да. В будке мы... ДПС или хилера хиляли, да? Аптечку не забудьте взять. Да, блин. По нему хитпс, ну понятно. О, тут дробаш хороший, топовый. Он всегда здесь, ну. Да. Погоди, это нифига не дробаш. Это ружье какое-то. Топовый дробаш. А, ты его взял просто. Не, он да. Там остался лежать на столе. Нет, винтовка остался, хорошая. Там обычно ее. Да, топовый дробаш, вот. Танк. Танк. Где? Танк. А, вот я вижу. Это... Как-то пошло не очень. Да, началок. Уже. Блин, капец.
Как так вообще? И танк, там и танк. Народу много. Назад, назад, назад. Вагончик. А, должен быть спасал. Я пытаюсь треснуть. Леня. Кидает наверх, кидает к тебе, пух, наверх, камень. Все, кинул. За мной бежит, нет? Нет, он уже здесь. Да. Ага. Да там пух стреляет, и снайперки должен снять. Пух, давай, full DPS. Сейчас кинг-понг такой, полезет туда. Выходи и стреляй. Где он? Забирается по лестнице, прям под тобой. Кидает камнем. Нет! Ой, хорош. Чего не стреляете? А мы засмотрелись, как бы, действуем. Не уверен, что пистолет много ДПС. Ну ты был близок, я уверен. Ну, если четверо, у нас КП нету у танка, поэтому. Я убил его с пистоль, только я тоже умер. Ля пистоль. Ля пистоль. Ну, ошибка была умирать от обычных зомбарей. Согласен. Я что-то вообще в аркаду полез. Абсолютно не... Топ! Я, ты так похож на зомби. Похож. Ничего, выживу. Ничего, выживу, говорит твой персонаж. Я у тебя в долгу. Еще и в долгу остался, видишь, удачно. Так, а здесь же был... А, нет, здесь не было входа, справа он. Господи, опять ты вылез, я хотел куст проверить по патронам. А тут дед вылезает. У вас очки пишутся там, ну, типа? Да, у меня пишутся. Так, класс. Где танк? С такими вопросами. А, там на самый верх нужно забраться. Да, может, тут и останемся? Давайте здесь будем жить и считать, что мы прошли. Все, погнали. Ой, волна, волна, на башню все залазьте наверх. Ну, масса. Да. Да я справ. Там звезда еще где-то. И Жакей еще где-то. Вижу. Жакей. Танк? Ты меня сыпанули. Да. О, спасибо. Отлично все простреливается, кстати. Спасибо, что не может попасть. Ладно, поехали. Аптечки у всех есть, дефибриллятор есть, ништяк, ведьмы нет. Поднимаемся сразу наверх. Сзади БСП один, все, ладно. Ну вы прикроете, да. Коктейль молотого беру. Второй пистолет. Да, молотого еще один здесь есть. Что-то я один хит медленно хожу. Аптечку вязаем. Магнум есть хороший. Калашников скорее возьму. Калашников есть здесь? Да. Хантер. Так, сейчас неплохой трай, ребят. Давайте-ка аккуратнее сейчас. Жакей. Калаш нашли? Да твой, как, сколько? Охренеть, он живет. Спасибо. Серый ХП, подстрахуй тебя, подлечу. Спасибо. Давай лечись. Все, поехали, поехали, поехали. Тут чарджер. Был. Ой. Что-то не нравится мне. Блин. Ребята меня сейчас, конечно, кажись, будут... А куда ты спустился? Да я вот был неправ. Волна еще. Твою... Блин. Блин. Согласен. Я... Так хорошо все шло. Да. Да, надо просто сначала отстреливать всех сверху.
А потом уже спускаться. А тут волна неудачно зашла. Ой, как мне хорошеет с каждой секундой. Так, ну тут есть шанс всех поднять. Мы ему помогаем отстреливаться. Я поднимаю Майка. Да. О, короткая у тебя юбочка. Удали этот мод просто и все. Почему? Поставлю еще два тут. Так, налег. Один выстрел по тиммейту, это минус сразу, поэтому давайте аккуратно. Я сзади прикрываю. То есть в мою сторону не стреляйте, пожалуйста. Где? Кто там вопит там? Слева, зарез, пух. Хорошо. А блин. Хантер где-то. Хантер, да, прям по курсу был. Кто там отстал? Я на месте. Громила, громила. Капец, я встал, отлично. Серый экран и громила сразу. Ой, волна, волна, волна. Молот его кидаю, не зря. Да, поэтому зачем зря. Вы подожгли меня, парк? И меня-то тоже зачем? Сейчас еще. До свидания, и мы с вами прощаемся. Миша четко в меня, по-моему, кинул. Не-не, ты сам забежал. Вы сами забежали, ребята. Что, ты даже не предупреждаешь, что ты молотого кинул. Макер, ты кинул прям в будку, это хейт, да? Там в будке я был. Оп. И меня грохнул. Вот так вот карма инстант просто. А, мы еще живы? Ладно, я уже не резный, скорее всего, до кладбища. Там. А, ну да, до кладбища. До кладбища добегите, кладбище, я да. Там. Ой. Танк, лол. Там. Нет, баллон взорвали. Вот. Дефибриллятор есть. Дефибриллятор есть. А, дефибриллятор. Ну, резайте меня, чё. Ну все, вот. Ну, а ты говоришь до кладбища. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Все, тогда живем, отлично. Я тогда всех прикрываю. Кто там? Миша. Тут два адреналина, кстати, было. Внутри, ну ладно. Ой, танк. 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 Ой, есть где? Молотов. Бонич. У Бонивора есть. Есть Молотов. Где? Куда? Сейчас по камню увидишь. Куда. Скорее всего, спереди он. Он в доме, скорее всего. Мне кажется, прямо по курсу он. Дайте я посмотрю. Вон, через... в доме, в доме. А, да, в доме. Стоп, Бонич, не торопись, не кидай. Вот он. Кидай. Попал. Так, теперь просто ждем. Да, можно ускорить немножко. Ёпта, Ресетен. Зачем? От страха. Чё, адреналин вкалываю прям, и он добегает. Всё, танк минус. Не торопитесь. Жакей. Потому что можно... С забудкой, Жакей, сзади Бонивур. Сзади Бонивура, это да. Все, спасибо. Так, Мишу резнем на кладбище. Ой, цепнули куха, прям по курсу слева, да. Есть, молодцы. Спасибо. Вы его не убили. Хватит уже, Зои, я серьезно. В дом, в надежде на... Отлично. Один хп, я еле иду. Кто толстяк? Так, ориентировочно справа. Да, молодцы. Прям по курсу зомбарей. В доме есть зомби. Прям давайте, много зомбарей. Зари, зари, пух. Все, Бонечка, все. Нет, спереди, самый... спереди, вернись. Там уже тебя прикрыли. Боже, заходи внутрь, ты как самый смелый. Чего ты взял? Сзади. С разных сторон, сейчас аккуратно. Я в соседней комнате в доме. Держитесь, в общем. Помогите. Дайте. Зовите. Отстреливайтесь. Держится, посмотри. Ну стреляй, выходи и стреляй. Все. Теперь Майка. Быстрее, все. Майк, кого хочешь. Спасибо, я подниму. Майк. С собой взять. Руки нужны здесь. Если быстрое лечение. Вот здесь комната.
Вот-вот за... Плюет! Плевальщица! Плевальщик, да. Блин, откуда? Ёппер СТМ. Вижу, спасибо. Канистры берем с собой, нет? Я думаю, нет. Пойдем, да. Погнали. Я чуть-чуть сзади. Я заряжаю! Да. Вот сзади с тобой. Вон они. Ой. Зачем? Как так вышло? Я горю. Что, нормально подожгли. Так, на скрипке кто-то играет. Впереди убежище. О, впереди. Вынес, нажимать, нажмёшь, да? Сзади прикрываю, пока все чисто. Там пузан где-то был, прям помню. Подойдет. Хантер там вроде. Угу. Вроде чистым. Кстати, можно... О, нет, толстяк где-то по звукам, сурим. Я про что и говорю, вон он. Ой, тут хилка. Слушайте, а тут мы не проверяли в прошлый раз. Зелёнка! Надо вот в такие зелёнка домики заходить. Зелёнка делать, да? Канистра. Мне серый экран не поможет. Сейчас, зомбарь. Сзади, сзади, сзади. Да я ж тебя ж, твою ж. В доме поди сидит, тут будет совсем найс. Ой, она перед входом в дом. Ну тут пара канистра есть. Сзади, 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 сзади. Здесь аптечка есть. Можно да, слева можно, зайти. Можно... Но да, как может, бы... там окно же есть. Давайте я ее сагрю, я все да равно. Да нам не нужно вообще с ней с это самое, да. Там все равно когда начнется. Не-не, начнется, нам надо ее убивать. Не, не надо, не надо, не надо. Мы ее просто трогать не будем. Просто держимся. Начнется, когда потом. Я пошел на свою позицию, как обычно. Она сагрится? Ой, зачем? С чего она сагрится? Мы вот здесь. Давайте вот здесь сядем, где вот реально, вот здесь вот. Да, надо. Потому что в большой комнате сидеть очень сложно. Да, да, да. Я пошел в свой угол, как есть аптечка у кого? Нет? Нет. Нет, у меня адреналин. Давайте тогда сюда. Сработало. Окей. БСП, ты же в этой комнате предлагал? Да, 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 да. Давайте вот здесь, Фонич. Давайте. По углам, по углам. Я вот здесь заряжайте. Угол. Понятно, я готов. Фонич. Я к вам иду. Только я зеленку сначала куплю. Ой, в смысле. Кто-нибудь кино. Дырку кроет. Миша кроет дверь, которая вон там, угу. А я крою вот этот. Сделаем. Я вот эту дверь крою. Миш, куда ты побежал? А я думал, это не к Сагрилищ. Так, я зеленку поехали. Сейчас скину только. Кого кидать зеленку? Ты какой дверь прикопаешь? Вот эту, вот эту. Поехали к вам. Понятно. Ой! Косяк. В общем, я... Понял, что там убивает, пришел молот. Майкер, фикс. Да ё-моё, поднимите, пожалуйста, меня. Помоги, живите, ребята. А, Майкер, я... Вот, Бонич, тебя тут не хватает, на самом да, деле. Да, реально. Хорошее место. У меня вообще в углу сидеть, кайфово. Позиция, еще идут. Майкер, твоей стороны. Много, блин, много сейчас будет с той стороны. Ну у меня патроны кончились. Ну вот, а здесь патроны, Бонич. А здесь патроны. Еще, 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 аккуратно. Ух, меня, правда, убил. Перезаряжают. Жакей. Жакей. Да. Я реально не хватил. Твою медь. А почему так быстро жакей тебе? У тебя хп вообще не было, да? Я серый экран. А, ну да, понял. Ну хорошо, вот в этой комнатке, там, особенно с автоматическим оружием, вообще отлично. Да, то да, есть да, там тррррррр и все. Не перезаряжаться всем разом. Главное негра переманить на свою сторону. Угу. Аптечку возьмите. Ну сейчас пройдем тогда. Да, погнали. Аптечку кто-то забыл. Я. Где она? Есть оружие! Да ладно. Что, никого нет? Ой. Кто? Кто-то поднял. Как это?
А, это ты спрыгнул. Блин, я типа тебе еще пострелял. Я не спрыгнул, я... К вам забираются наверх, пацаны. Я... Толстяк еще там подходит. Там, нет, толстяк. Капец, откуда подбежали-то столько? В таком количестве там. Опять разбрелись непонятно. Еще жокей там. Так, где кто лежит? Бонич, ты где вообще? Я снизу. А, я тогда... Ну, типа. Сможешь идти? Спасибо. Отлично сыграли. Да нормально, это размин. Ведьма прям по курсам плачет. Или справа. Ой, как ведьма вы увидите. Будете рады. Я предлагаю сначала на первом этаже собрать ништяки. А потом уже... пытаться разбираться с ведьмой. А где она? Она наверху. Прикрой меня. Да, придется. Я... надо ее зажечь и валить. У меня тут есть вообще баллон у меня здесь. У меня тоже баллон есть. У меня есть два снайпер. Баллона и все, здорово будет. Ну кидай. Да, кто готов? Да, давай. Так, я баллон. Меня там нет, ребята, вы как? Давай, давай. Баллон. Ух, ты меня не шлепнешь? Вы, главное, давай. Стреляете, агрит тот... Кидай, кидай. Ну, кидайте спокойно, да. Стрелять. Только не стой на там, линии огня. Там бумер только где-то еще. Погоди. Вот так, все, идеально, давай. Давай, я агрю. Кидай, давай. Понятно, блин. Ай, волна, ну найс. Опа, прикольно. Ну ладно, это я сам виноват. За мной бегут. А. Миша, отстреливайся. Да, там много. С пистолета такое. Бля, погнала все-таки, вот. Толстяк еще прям по курс. Я не заряжаю. Его надо было сначала убрать. Кто ж его видел там? Ну, я слышал, что он есть, но как-то я не видел. Сзади, посмотри. Я сзади. Че ж ты не сказал, что у меня зомби сзади? Он только выбежал. Окей. Дверь не открывайте, Бонни, чересним. Ой, серый экран уже. Жокей, спереди. Курильщик. Так я точно долго не продержусь. Тебе надо это. Миша, иди сюда. Да. Чего? Как тебе таблетки взять? А, у тебя адреналин, потому что. Давай. А, таблет. Спасибо, готов. Калаш беру. Толстяк еще один. Я спасаю Бонич. О, Бонич здесь резнулся. Все, теперь... Халява. Остался курильщик только и все. И зеленка еще у Бонича. Найс, поехали. Все, погнали. Вот здесь надо только... Сначала отстрелить всех, кто вокруг. А потом уже спускаться. Сзади. Ух. Блин, надо калаш брать. Я за калашом быстрым. А то от меня пользы на дороге не будет. Не самая лучшая идея сейчас, когда это. Все, побежали. Давайте кучно идем по дороге четко. Справа кто там? Я справа стрелю. Блин, Бонич. Ой, еще. Стоп, кто-то еще не узнаю. Чарджер. Хантер. Хантер. Блин. Даже Хантер. О, волна, господи Иисусе. Да, дорога выглядела довольно спокойной. А как они умерли-то все? Там Бонивур всех убил? Да. Бонич сзади тебя. Да. Уа, Рэмбо. Последняя кровь. Дефибриллятор есть? Даже не вспотел. Дефибриллятор у меня, кстати, валялся рядом с трупом. По идее. А где ты? А, вот он, вижу. Вижу, сейчас рез на тебя. Класс. Ох, спасибо. Не забудь свое оружие, которое под тобой лежит. Больше тут ничего не было, кроме калашникова, случайно. Майкер, смотри, я захожу в домик, пожалуйста, не кидай туда. Хорошо. Тебе бегут тут, аккуратно. Бонич, ты отстал. Да.
Прикольно. Давай, защищаем друга. Ну это friendly fire, ребят. Тут такая... Такая штука. Как friendly fire. Жакей. Чарджер. Чарджер сразу за... Твою ж... Как это получилось? Да... Охренеть. Ой, Боннивор, прости. Хантер еще аккуратно бунишь. Помогите! Держись, я тебе помогу. Вон он, быстрее! Я ожидал чего-то подобного, но все равно удовольствие получил от картины. Где Готика 3? Уже была Готика 3, ребят. Ну, начало действительно было не очень удачное, а так-то... Что ж. Встал. Господа у нас. Пуха нет. Как пуха нет? Он стоит. Что, он пошел опять кушать, что ли? Оставил надежды все. Не, он здесь вроде. Волна! Назад. Волна бежит. Бонич взорвался обратно. А, тупо так хитрая тактика была. Осторожно! В смысле? Ой. Это альтап был. То есть ты... Ну ладно, короче. Ну, меня же убили. Ой, блин. Капец. Альтап лучше не нажимать, короче. Сори. Куда погнали? Он может жить в этом прицепе, в вагоне. Кажется, я очень тяжело ранен. Да ладно. Плевальщица. Прямо нет, идем или вы хотите наверх забираться? Да, там курильщик справа, Мишка, правда. Наверх идем? Да. Ну хотя лучше дефибриллятор взять снизу. Или аптечку. Ну, да, там. Да. Он всегда подожди, там валяется. Парни, я наверх забегу, посмотрю, что там. Нет, не на этот верх мы имели в виду. Блин, Бонич, ты где? Тут пусто. Капец, все, решили поливать, да, пацаны? Сейчас, я тут, может быть, мы тут ни разу не были. Может, здесь какие-нибудь крутые патроны или еще что-то. Ну вот, в общем-то, пошел каупчик. Ребят, давайте скорее сюда, к нам уже. Тут все, движуха. Я бегу. Два коктейля молотого здесь. Ну, вот, пожалуйста, я нашел... Какую-то хрень, короче, я нашел полезную. А что это у меня такое, ребят? А, вы не видите, Бонич, да? Вот как мы должны это увидеть? У тебя зажигательные... Ой, разрывные патроны у тебя. Вот, видите, а вы говорите. После... Ну, как бы это значит, мы быстрее все умрем. Если ты будешь стрелять. Потому что, как бы... Они, ну, friendly fire, все дела, и как бы развернули. Ну, я положил. Я подобрал. Короче, Бонич поставил патроны еще и там, к тому же. Я химнусь, пожалуйста. Я их разорву. Я их разорвал. Перезаряжаю! Так, Бонича не подходите, короче. Бомбу кто-нибудь возьмет. Понял. Питонку. Макер, я захожу, не стреляй. Тут, короче, давай. Смотрите, тут есть зеленка, есть обычная бомба. Мы можем полностью вообще забить. Я молотого решил себе взять. Ну да, забивать сюда. Инвентарь. Ух. А. Иди бомбу возьми, кто пошел. Бонич, ты тоже бомбу бери. А разрывные патроны распространяются только на то оружие, которое сейчас есть, да? Да. А. Бомбу, Бонич. Я адреналин взял, а бомбу взял. Да, все, поехали. Тогда я пойду с Тимузи, а что? А они бесконечные? Нет, там патрон в 40, ну и на... Сзади, СП. Понял. Погнали. Плохая идея, что-то дофига там. Ой, я по пухам стрелял. Понятно. Прикройте. Сам справишься? Да, бывало и
получится. Попробуем идти по дороге. Ты в порядке. Спасибо, брат. Готово? У меня адреналин есть. Да. Двигаемся. Блин, меня с дробовиком не очень. А где моя аптечка? Оп, кислота. Там чарджер, да? Да, толстяк. Проходим, проходим. За АБСП. Хочешь в колюке? Давай. Еще кто там? Танк. Танк. У меня молотом готов. У меня тоже есть. Прям по курсу. А как тебе отдать? Да я готов. Выбей. Танк за автобусом. Держу, держу, кидаю. Держу. Пошел. Блин, Миш, зачем ты так кинул? Я говорю, кидаю молотом. Так, давайте-ка покайтим его, ребят. Так, забирайтесь на эти штуки. А то тут можно затупить. Как он попал? А он на опережение стреляет. Да. Все. Молодцы. Давай, я помогу тебе подняться. Один с хп, есть какая-нибудь аптечка? Есть аптечка, но до серого экрана не стоит. Окей. Я что, аптечку не взял? Второй пистолет будет сейчас еще. Ну, в смысле, Макер, тебя на 1 рубль поддержали. Да, я видел, да, я очень благодарен. Сзади, Миш, сзади, сзади, сзади. Дайте тогда я возьму птичку. Так, вот это... Да, блин. Все, понеслась. Вы через правую кнопку мышки периодически бегаете. Перезаряжаю! Осторожно, БСП, там много вокруг тебя. Да. Блин, я без патронов уже. Как так там? Это провал. Дверь закрыл, я там внутри есть что. Взять гранатомет, где он? Ну давай, используй свою аптечку. Зеленка? Гранатомет, зеленка, да, ребят. Я М-ку возьму. Зеленку взял. Поехали. Жердяй где? А, вон вижу. К дому. На опережение стрельнул. Хантер. Хантер. Сзади еще были люди. Как это так? Сзади зомбарь. Обычный зомбарь. Нет, по мне кажется, он не это самое, не дошел. Меня просто со спины убили. Блин, же еще сначала дом. Да, дом еще. Забегайте сразу стараться внутрь. Чарджер. Справа. Какой хреновый дробаш. Ну там внутри всегда пушки хорошие. Винтовки. Я чувствую себя ужасно. Так, точно. Адреналин есть. Найс. Молодого еще у кого там. Нет, нет, нет. Дайте мою бомбу, я бомб. Как тут бомба лежит? Плевальщица. Жокей, плевальщица. Ай. Танк что ли или что? Нет. Жокей, жокей. Да! Блин! Жокей в доме, да. Я рано расслабился, сори. Обратно стрелять по мне. Серый экран трачу. Я бы М16 предпочел, например. Погнали. Да, она очень хорош. Прям очень. Так, аккуратно с баллонами тут. У меня есть зеленка одна. У уха есть. Шель молот. Так, давайте аккуратно отстреливаемся. О, пацаны, убежишь. Перезаряжаю. Ведьма прям по курсу. Ведьма, ведьма, вон, дайте я в нее выстрелю. Бум. Не надо. Церкви горит свет. Ты ее с одного выстрела, во-первых, не убьешь? Это да. Да так. Давайте, ладно, фокусе. Да ёб ПРСТМ. Меня бьют. Фокусим, блин. Отлично отфокусили. В чем смысл, блин? Вообще никакого, мы ее наверняка оббежать могли. Вы еще и дверь открыли. Я там мог это, да, резнуться. Ну ладно, бывает, парни. Бегите внутрь уже, все, не останавливайтесь. Волна. Не похоже. Перезаряжаю! За тобой там бегут. Да, вижу один.
Да, будет непросто. У нас как бы, да, у нас есть одна бомба, но это все. Бонщик, да не, таблет. У меня есть еще. Из тех, что у нас была. О, еще одна бомба. Не, нормально все. Я закрываю дверь. Бонич, куда ты? Бонич, покажем тебе место, а смотри. Чё? Заходишь сюда. О, хилка еще лежит. Лежит. А Бонич уже нажал на дверь. Так, а, там дверь была? Закрываем двери, как, где есть. Здесь по углам, я вот в этот угол. Я не могу в это поверить. Хантер. Бонич, ты на стол там в угол куда-нибудь... Вон, вот прям вот в угол, вот там, где БСП, да. Давайте. Жакей, минус. А, ну ясно, фластикаста шкинул меня, я пошел. Бомбу кидаю. Кинул бомбу. Они сбегают. Ой, сзади, ой. Бонич, минус, забей на него, БСП, с тобой держимся. Не выходи никуда. Сзади, БСП, сзади. Да твою ж медь, не выходи никуда. Я кинул бомбу. Я вижу. Бомба у меня еще есть. Выпало. Где? БСП, зря. Понятно, Миш. Миш, сзади, я сгромил. Не, там уже Жакей. Миша. Да у меня под перезарядка. Минус Жакей. А что делать? Сзади, БСП. Скорее. Слева. А, понял. Ой, волна, ну понятно. Как бы я удивлюсь, если Миша выживет. А! Ну давай, закуривай, дедуля. Не, это просто нереально вдвоем. Вдвоем уже мы остались сразу же, Бонч практически сразу не уснули. Закуривай, дедуля. Сколько еще тратить мы будем вместе сегодня? Не, ну там надо пройти просто и сразу закончим. Им еще часов 8 продлить. Да тут все уже готово практически. Тут 5 минут, тут 10 минут осталось. Закурим. Просто надо собраться и четенько все как умеете делать. Да, это, конечно, хорошо. Капитан Врунгель такой получился. Дедуля просто реально бежался. С него майкер шпилит. Бонч, красава. Ой, там волна, ребят. Я предлагаю вот здесь вот ее принимать. Так, кто меня... Понятно. Кажется, что-то пошло не так. Дедуля сейчас может закуривать только во время... Только перед смертью. Во время волны. Понял, а ты как бы у тебя своя игра там или что? Ой, меня цепанули. Цепанули меня. Он стоял и смотрел, как меня избивают сначала, потом... Помогите! Когда я отстрелялся, стоит и смотрит. Дедуля! Хватит лежать. Ничего, выживу. Все будет хорошо. Не было нужды, но все равно... Пошли на оружие нормально. Это готика? Нет, это ФФА. Ведьма прям по курсам. Спокойно обходится. Наверху не будем, да, лазить? Ведьма! Ой. Да, Рамила, вас избивают. Блин. Хотя, Бонич, ты труп, походу, я не знаю, где... Рамила просто мной пробил дыру в земле. 3 на 8. Чего? Мне казалось... Дед сзади. Дед успешно. Обходим ведьму здесь. Кошка орёт, слышно? Ведьма где-то в трубе. Да я застрял. Жижал? И жал, и застрял. О, я нашел свое счастье. Даже по этому поводу аптечку езну. Вот же. Ребята, я сейчас буду пуху понравиться. Что там? Иди сюда, я покажу тебе. Образ теперь совсем полный. Вьетнамский дедушка. Да, да. Не вьетнамский, в смысле. Дед из Вьетнама, погнали. Здесь оружие. Так, здесь молотого взял. Адреналин. Только патронов мало надо экономить. Там ведьма
плачет. Она, мы ее прошли, забей. Ой, что это уже свет по ведьму? Таблетки мне. Вот она передо мной, могу сагрить. Да. Понеслась. Мы ее обходили, обходили. Волна идет. Заходим внутрь. Дайте мне таблеточку, пожалуйста. Танк, что ли, или что? Майкер, ты что теперь, дед бейсболист? Ну, патроны жалко на отребье. Хантер, вообще все. Я сзади волну покажу. Копила, Хантер, Жакей, танк. Сзади, говорит? Хантер. Макер, у тебя спина поцарапана, кстати. Это норма. Видно. Блин, они, кажется, снизу. Сверху. А сверху? Молодцы. Ой, я упал. Цепанули куда? А, нет. Ребята, подождите меня, пожалуйста. Ждем, ждем. Пух, аккуратней. Ух, дай мне таблетку, пожалуйста. Ты сам заешь. Ага. Ну сам съешь, тебя аптечка. Ты прям как на сенсейшн собрался. Ладно, держи. Да, спасибо. Я сам хильнись. Понич, тоже хильнись аптечкой. Да, у меня норм все. Погнали. Все идеально. Попробуем идти по дороге. Все, все нормально. Я толстяк и плевальщик еще. Все. Ой, танк что ли? Нет, Жакей, вон, с вашей стороны. Блин, я не могу стрелять из-за friendly fire, блин. Вы Жакей не забывайте левую кнопку, ну правую кнопку выключим, среднюю, блин. Толстяк где-то. Толстяк слева. У меня жуткая боль, я просто иду тихонечко. Монич отстал сзади, пацаны. Фига себе отстал, твою славу сказал. Ой-ой-ой, волна, я труп. Я просто посижу тут. Я в будку и закрою дверь, Майкер. Да-да-да, я с тобой. Ой, Миш, там все плохо вообще. Я отстреливаюсь как могу, но... Да я вижу тебя. От зараза. Блин, пулемет шикардос, конечно. Ой, я выжил. Там кто-то валяется. Будем бы не выраспасать. Я могу бунь сейчас бегать, треснуть. Да я бегу уже. Нет проблем, Олег, персонаж. Все, погнали? Не-не-не, бунич надо среснуть. Далеко забейте. Черт, ведьма совсем рядом. Выключись. Не отходи далеко. Там курильщик, потому что сейчас тебя цепанет и все. Пойдем быстрее за мной. О, я юзану аптечку, я. Почти умер. Так, ждем Бонича. Хантер. Где? Хантер. Где за будкой? Где-то за будкой. Вон, сзади. Что-то вообще не за будкой. Толстяк еще. Жардяй. Что ж, не оружие нормально. Сзади БСП. Волна. Или толстяк. Танк. Готов кидать молотом. А вижу. Он через этот. На прицепе. Опа. Поднимите, парк. Быстрее. О-о-о, я тоже. Не... А, он все попал. Пойдет. Спасибо. Опа-рам-парам-пам. Так, у меня только этот. Только бейсбольные биты есть. Как так-то? Я же вообще... Овсянки не поелся. Ай. За мной побежал. Капец, когда он догорит. Да, бежит. Ладно, Бонич, закуривай. Я спасу тебя. Закуривай сигару, негр. О, это на мувик просто. Меня нет, я просто сбитый его по спине добил.
блядь. Толстяк еще где-то. Толстяк. Весь боевой запас Ватикана будем садить. Ладно. Хорош. Аптечку мне. Тут аптечки есть еще. Да, пушки хорошие. Дефибриллятор. О, я бы взял. Бери. Где Бонич? Вон, в углу. Вижу. Ну что, поехали, ребят. Поехали. Погнали. Все четко, парни. Блин. А твою... Волна сверху. Твою ж мать, я предлагаю в дом вернуться. Потянули меня. Вижу. Пока в доме Бонич пытался. Капец. Не, мы пока ждем, там еще кислота, ты жакей. Зеленку и резкий. Да и так справимся. Сзади там Миша. Оп! Я спас тебя. Всех вас спас. Еще там, но он как бы перезаряжается. Один. Сверху еще. Парни, 126 хп. Второй. Если мы не найдем аптечку, он еще живой такой еще. Третий. Иду. Иду. Да, приятель, плохи твои дела. Если мы закурил, реально. Серый экран. Вот он. Козлином. Здорово. У меня тоже серый. Ну отлично, кто первый умрет, того эти бриллианты. Кстати, там есть... Можно просто убить сейчас и... А, нет, тут уже не реснем, да, получается? Или вот в этой первой рез. Будке, кажется, реснем. Вот здесь сейчас рез будет, парни. Можно сдохнуть, в принципе, и резнуться. Вот в этой там комнате. Подождать еще нужно будет для этого. Можем и на волну напереться так. Вот, вот дверь уже открыли, уже нельзя резнуться. Уже да. Хорош бой. Погнали. Давайте все-таки я кого-то убью, дефибриллятором подниму, потому что во время того... Замеса уже ничего не получится. Давай, делать. Давай, меня убивай. Перезаряжаю! Аптечек по мне, да? Черт! Сохраняем. Оружие главное. Я не буду скрывать, это мне доставило определенное удовольствие. Спасибо. На пианино кто-то играет. Что-то приветствует. Плевальщица вверх. Внутри. Да. Встреча. Понятно. Чарджер? Да нет. Союз за дефибриллятор. Не, ну кто же знал, что здесь. Заходим, парни. Так, тут бомба, у меня зеленка есть. Заходим, включаем по углам и вперед. Давайте, включаем. Все, я вот эту дверь. Да, вот так, я здесь, мне привычно я тут. Сразу помню. Ой, ты давай, пси, говори, подсказывай. Я буду смотреть на вас свысока. Давай. Давайте я включу. А, приготовиться уже к бою с Ордыным. Я кину, как только они прям. Окей. Далеко кину. А, ты, тебе не удастся кинуть. Дождись, пока они взломают эту штуку. Я разок хорошо, кинул. Ну, ты, сначала, ты сначала зеленку кидаешь. Да-да-да, хорошо. Хорошо. Туда, хорошо. Нажимайте, парни. Нажать. А, я думал, вы нажали. Извините. Нет. Мы очкуем. Давай я просто сам снесу, может. Сынок, мы ему. Все. Все, погнали. Удачи. Кончик, подсказывай. Стреляйте по зомби. Хорошо. Динг-донг, динг-донг. Начинает ломиться. Ой, дверь. Жакей справа, кажется, в дверь будет ломиться. Чарджер еще. Закидываю зеленку. Зеленку кинул. Мне кажется, дерьмо. Да твою ж мать. Дерьмовая идея в комнате стоять. Да не, просто нам не повезло, залез сразу чарджер и все. И жакей, и тебя не было, и у нас хп мало, и вообще не очень. Так, ребята, давайте аккуратно, вы все можете. Соберитесь. Последние траи. У меня аптечку украли. Дефибриллятор здесь лежит. Сразу рекомендую зайти ко мне, у кого есть свободный слот. Меня. Бонич. Пойдем.
аптечка там осталась, правда. Аптечка! Да. Ладно, я юзаю аптечку, короче, тогда. Зачем? Ну, потому что Боничи долго. Вон, смотри, куда убежал. Ребят, уже. Смотрите, я разрывные патроны нашел. Еще. Вот видишь, я вот про это. Бензопилу! О, давай, дай мне, где она? Friendly Fire, Боневур и бензопила. Я не знаю, что это. А можно на бензопилу разрывные патроны? Да, можно. Двигаемся, ребят, двигаемся. Погнали. Я бензопила сразу. Хантер. Фрэнсис, возьми свою аптечку. Бонч, погнали. Сзади. Разрывные патроны, ребят. Сейчас у меня... Бонч, уже впереди. Ну ясно. Как нас окружили вообще? Откуда они выбежали? We need you, Боневур. А Бонич там с бензопилой своей ковыляй. Да. Ой, извини. Ну отстрелите зомбаря, несчастный. Он реально похож на зомбаря. Он шел как шатался, я думаю, ну точно неадекват. Бензопилой, да, чуть-чуть. Подъем. Ты когда-нибудь видел зомби с бензопилой, да, в этой игре? Ну, темно, ни хрена же не видно. Просто патроны, патроны, стоп, стопэ, патроны кладу. Мишкер понял, что если зомби... Ой, если Бонич дойдет с бензопилой, то нас, то все будут гуф. Так, молотова есть. Калаш. Выбрал меньше зомби. Вообще классический майкер, как бы. Хедшот свой. Ну, хоть в кого-то надо хедшоты ставить, правильно? Да. Yeah. Там привалишь себе. Привальщица на все наплевать. Опа! Откуда? Сверху. А сверху? Классно. А, меня повесили. Сзади еще. В зомбаре много БСП. БСП уснул. Рассеянное внимание. Мне говорю, после 11 я уже не могу. Я начинаю купить. У него раз сложно поднимать, потому что он не перекрывает, когда ты его поднимаешь. Я в другую сторону стрелял. Ну а зачем, если тебя поднимают? Сюда за товарища или горой. Помогите! У меня красный экран. Красный, в смысле серый? Да. Я, у меня цветной антон. Я не в оттенках серого. Я возьму бензопилу. Давай. Последние слова тиммейтов Боневура. Мы медленно, кстати, все идем, поэтому... А мы сейчас все глупы, это прям... Ну точно, совершенно. Я предлагаю Бонича пустить вперед, и он будет всех как бы это. Да, да, да. Я агрит. Блин, Бонич меня режет. Да иди ты нафиг. Чарджер. Я просто ничего не похоже. Я отпилю ему голову. Спасибо. Вот и кончился киллстрик. Плевальщица. Ведьма. Походите. Вы ее сагрили, кстати. Закрываем. Да кто? Я помогу тебе встать на ноги, и мы двинемся. Я что, по... стрельнул по тебе? А, так, гранатомет. Окей. Все, выходим. Ну да, пора вроде как. Погнали. Четыре хита гоним. А, я могу револьвер. Ведьма, да, мы ее прошли мимо. Все, понял. Ой. Левальч. Можешь выключить свет. Сейчас Бонич в доме. Где Бонич? В доме будет. На небесах. Вы, главное, двери не открывайте в доме. Вот он. Вот он, вот он. Ты в коридоре. Отлично. О, привет, ребята. А я умер. А за как?
А ну пока я открыл дверь, меня убили. Я арест. Вот сейчас тоже здесь появишься? Нет. Я уже здесь не появлюсь. Я только у кладбища появлюсь. А, дефибриллятор, спасибо. Здесь оружие. Конечек, красавчик. Вообще, молодец. Аккуратно. Сзади. Заходят. Танк? Волна, или танк, похоже. Блин, я в тупике здесь. Где? Мой танк в доме, ё-мо, сэр! Это громила, блин. Нет, это большое громила. А вот этот танк. Я пошел отсюда. А есть у кого-нибудь? Есть, есть, есть. Давай, кидай. Давай, быстрее, БСП. Подожгли, подожгли! Загорелся? Я на него кинул его, вонючий. Блин, там волна! Охренеть, а волна-то откуда? А кто умер? Миша, как ты умер? Танк и толпа зомби. Беги, беги, Бонич. Да. Ладно, Мишу мы реснем. Да. Бежи на начало уровня. Ой, а чё, ко мне все бегут, ребят. Аккуратно, там ведьма может. Танк минус, бегите сюда. А, нет, не минус. Еще нет. Я тут один. Как бы. Стреляет. Блин, ко мне толстяк бежит. Он не выйти как не может, вам? Забейте. А не, может. Да, но может выйти может! Все. Бегите ко мне сюда. БСП за зачетную тёлку играет, респект ей. Это да. Хватит респектовать нарисованных несуществующих персонажей, дружище. Я про БСП сейчас. Да. На самом деле меня не существует, я... Вот ваше воображение. Так, я могу адреналин кому-нибудь дать. Хотя никому не надо, у пуха есть. Там рядом с моим трупом может быть что-то ценное оставалось. Кажется, там Молотова. Мы тебя сейчас реснем в этом накладке. Это понятно, но просто, если дойдете. Там, вот, кстати, молот есть реально. Выходим. Oh, no. Ой, Жакей. Там привалишься слева, Жакей вот он. Толстяк. О, музыка. Алло. Так, все, Бонивор отмолвался. Марусь, на стриме перезвоню. Так, ее зовут Маруся. Алло, 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 на стриме перезвоню. Ты уже все отработала? Отработала? Бонич, какого отработала? Там кислота. Я сражаюсь с мертвецами. Я перезвоню тебе. Нам пожелали всем убить их. Отлично. Все рады. Да как? Зато у меня реал лайф. Отлично. Завидуем тебе. Беру таблетки. Слушайте, мы сейчас все будем зелененькие, мы можем успеть добежать вот до сюда? Не, у меня серый экран. А если пух здесь изначально будет? То есть в этой будке, где мы Мишу реснули, просто там остался. Да не, нет. Я сейчас самый лучший вообще трай из возможных пока что. А, давайте попробуем, может быть, все-таки не в той комнате, еще где-нибудь. А, давай. Маките, только стой. В той комнате мне нравится. Давайте, мы вот здесь не были. Был там. Давайте вот сюда, ребят. Там сверху могут падать и сбоку, они же лезут. Да. Я там погиб разок. Ну, может быть... Может быть... Ну и плюс там плевальщица, например, туда. Надо здесь попробовать, парни. Надо здесь пробовать. Я нашел! Я случайно. Все, встаем по углам, закрываем дверь. Так, всё, а у кого да, что? Помните, что у вас есть адреналин. И да, БСП Молотова сразу напоследок. Сразу адреналин, я тебе второй дам. Давай, пух, юзай. Ох, блин, ладно. Давай, поехали, я держу правую дверь. У тебя есть аптечка, у тебя есть молотов, БСП, можно на улице кинуть. Прорываются. Камила. Перезаряжаюсь. Вообще можно молотого кинуть, БСП, если получится, сразу за угол. Да, пусть оно горит там и все. Плевальщица. Меня, схватил меня, тащит. Блин. Меня пропал. Хантер. А чё там? Понятно. Да кто? Мне кажется, идея в комнате забраться не очень. Серый экран. Там этот. Сзади. Чарджер еще. Заходит. Пробую убить. Убили.
Когда можно бежать? Ждем, там будет сигнал. Очень много заходит, ребят. Очень много еще с той стороны бежит. Но все, вроде. Перезаряжаюсь. Очень много, ребят. Перезарядка все еще. Сзади вроде закончилось. Капец, здесь кладбище нормальное. Все? Ну что, посмотрите, есть там что? Нет? Открылось? Нет, пока. Может, открылось уже? Там еще бегут. Скорее всего, когда колокол закончится. Все, вроде. Все, все, все. Миш, заходи, а мы подождем. Да все нормально, тут никого нет. Заходите. А что не заходите? Я буду спать спокойно. Ха-ха-ха, вам привет, прощай. Там толстак. Закрывай, забей. Нет! 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 Забей на БСП, kill most effect, между прочим. Ну, извини, нам надо было пройти уровень, жертвовать. Но мы сделали это. БСП, спасибо тебе, что досидел. Вот. Ха. Хорошая готика получилась. Лучше, чем я ожидал. Да. Фух, ладно, всем спасибо. А парни, когда продолжение будет? Надо же добить, чего тут пару карт осталось. Я уже добил, не переживай. Новое сообщение мне пришло. Left 4 Dead Beta is out of beta. Ладно, парни, все, да, на сегодня? Да, да. Всем спасибо. Всем жму. Да, отлично, всем отлично. Пока. Да, пока. Всем, всех люблю, целую. Надо пройти, конечно, а что ж надо теперь? Со скайпом решить проблему сначала. Это а да. Skype отличный сервис вообще. Запись обрезаем, Миш. Кстати, чтобы не было. Готово. Я сейчас, наверное, все-таки в героев катну. Только надо название поменять. Это будет в одной записи. А я в Rocket League, пожалуй, вам. Ванжу. А я пойду аниме смотреть. А что ты смотришь сейчас? А я еще поем предварительно. Что смотришь? Все, ребяточки, вы все молодцы, всем по медали, а мне орден. А когда в следующий раз, я не знаю, когда? Давайте через час. Шутки юмора, да. Так чё, как? Ну я предлагаю на выходных все-таки, потому что, учитывая разницу во времени, нам бы начать часов 5 вечера и поиграть часов до 8, чтобы СП. А, я же уеду в понедельник, уеду и приеду в четверг. Давайте завтра тогда вечерком. Окей, ага. Завтра, да, можно. Это завтра было проще, меня, чем я думал. Я вообще планировал Resident Evil Zero постримить. Ну, это не уйдет. А, понимаешь, что тут столько народу, все ждали, все вот очень... Да. Меня, знаешь, сколько писем пришло в личное, по личным сообщениям, когда будет кооп с Боничем? С угрозами. Причем именно с Боничем, не упоминали больше никого. Почему? Правильно, зачем туда нужно? Вот я поэтому... У меня будет кооп сам с собой. Ладно, ребятушки, да, тогда можно завтра, в общем, в 8 утра созвон в скайпе и решим. Угу. Хорошо, договорились. Меня устраивает, ага, угу. Давайте. Пока. Все, отлично. Поиграем немножко... Ой, не то, запускаю, не тех героев запускаю. Давайте в героев продолжим, действительно. Сейчас только надо будет перезапустить трансляцию, потому что там... Нет, не та тема. Не та тема. Чатику пламенный привет. Наконец-то я смогу во время трансляции чат читать. Стоп-старт.